Екатерина Капанова. Попробуй повтори. У короля Кларика Краля, у королевы Карлайлы Карли, Карли Карл, а Краля Клара. У Клары кларнет, а у Карла кораллы. Карл у Клары украл кларнет, а Клара у Карла украла кораллы. И нет кларнета у Клары, а есть кораллы. У Карла кларнет, кораллов нет. Королева Карлайла карала Клару за кражу кораллов у карлика Карла. А Кларик король Карла карал того, что кларнет украли, украл. И если б Карл не крал у Клары, Клара б не крала кораллы у Карла. И слушал бы Кларик кларнет своей крали, а Карл подарил бы кораллы Карлайле. Макака куала в какао, макала куала какао, лениво лакала. Макака устала куалу макать, макает в какао своих макакят. Макака куала в какао, макала куала какао, лениво лакала. Куала устала какао лакать, макает в какао своих кукакят. Макака куала в какао, макала куала какао, лениво лакала. Куала лакала, макака макала, макака какао сама возлакала. На шишкосушильную фабрику требуется шишкосушильщик с опытом работы на шишкосушильном аппарате. Шишкосушильщик должен иметь опыт работы на шишкосушильном аппарате с использованием шишкосушильных технологий качественного шишкосушения для улучшенного шишкосушения. Также он должен уметь отличать шишкосушильный аппарат от нешишкосушильного аппарата, ремонтировать шишкосушильный аппарат, отличать шишки, пригодные для шишкосушения, от непригодных для шишкосушения, отличать перешишкосушенные от недошишкосушенных шишек. За каждую перешишкосушенную или недошишкосушенную шишку шишкосушильщик получит шишкосушилкой по голове. В недрах тундры, выдры в гетрах, тырят ведра, ядра кедров. Выдров с выдры в тундре гетру, вытру выдра, ядра кедров. Вытру гетра и выдре морду, ядра в ведра, выдру в тундру. Те, кто водят хороводы, хороводоводы. Те, кто изучает творчество хороводоводов, хороводоводоведы. Те, кто читает хороводоводоведов, хороводоводоведофилы. Те, кто ненавидит хороводоводоведофилов, хороводоводоведофилофобы. Те, кто поедает хороводоводоведофилофобов, хороводоводоведофилофобофаги. Те, кто борется с хороводоводоведофилофобофагами, антихороводоводоведофилофобофаги. Те, кто притворяется антихороводоводоведофилофобофагами, квази-антихороводоводоведофилофобофаги. Хороших выходных, будьте здоровы! Друзья, чтобы не пропускать новое видео, подписывайтесь на канал сериала «Актеры. Личная жизнь». Внизу пишите комментарии и ставьте лайки.